Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех. Дома из камня. По поводу штроп. Как их нужно запаковывать для того, чтобы потом не было трещин, для того, чтобы создать одно целое, монолит создать. Этот прием применяется как внутри, так и наружи. И вообще, где есть какие-то зазоры, трещины или стыковка двух материалов, тогда это, конечно, накладывается строительная сетка. Я думаю, что это очень эффективно. Но вот посмотрите, как мы это делаем. Там, где электропровода, электротрубы, все везде делаем, обтягиваем строительной сеткой. И там, где идет между бетоном и кирпичом, допустим, так сказать, зазор, там тоже необходимо делать вот такую строительную сетку. И вот если вы посмотрите туда вверх, там еще видно, там проложены стробы. Видите? И все вот это необходимо покрывать вот так сеткой. То есть сперва делаем как бы закидку, потом клеим сетку и потом уже штукатурим. Также вот эти все места, здесь то, когда бетон сох, он просто осел. И все эти места, которые осевшие, необходимо сейчас накладывать строительную сетку на вот такие места и потом на стробы, для того, чтобы потом это все не трескалось. Если мы вот посмотрим уже на сделанную стенку, вот смотрите, здесь дикти, то есть строительная сетка, вот здесь она есть, пошла наверх, там везде строительная сетка, вот смотрите, все везде обтянута строительная сетка, вот она пошла до низу, строительная сетка, здесь нельзя сказать, что мы где-то применили этот способ, даже вот там нужно сейчас поделать, ребятам скажу, чтобы все это сделали, везде применяется строительная сетка для того, чтобы потом уже сам раствор не трескался раствор. Ну и потом, когда мы делаем штукатурку, очень важно затирать так, чтобы создавать шероховатость. Вот наша шероховатость, для того, чтобы финишная штукатурка хорошо к этому приставала. И очень важно использовать вот такие, так сказать, пенежо по-русски пенопласт. Вот делаем шероховато. Если кто-то заинтересован строить хорошо и правильно, заходите к нам на сайт «Состоятельные люди». Стройте из камня, мастера. Зарабатывайте.